Весной в особенности хочется жить. С пробуждением природы, с цветением черемух и яблонь, с пением птиц в душе каждого, даже самого скептичного человека, рождается особое чувство. Предвкушение чего-то нового, ожидание счастья, радости. Именно такое настроение царит в атмосфере этой выставки. Цветы, весна, тем более сейчас такое сложное время. У людей такое, да, масочный режим еще пока в Рязани не убрали. Вот хотелось рязанскому зрителю доставить такое удовольствие, чтобы люди знали, что жизнь продолжается. Большинство представленных работ написаны художницами в последние годы, и в них можно узнать знакомые глазу каждого горожанина картинки. Последние работы – это городские пейзажи. Улица Урицкого написала, «Март на Подбелке» называется. Да, розы на площади Ленина, потому что мне всегда прохожу, мне просто восхищают эти розы на площади Ленина, где фонтаны очень... красивые они, и запах, и там, и все. Обе художницы – акварелистки. Но на выставке представлены работы не только в этой технике. Масло на холсте тоже может быть ярким, солнечным и создавать флёр легкости. Ну, эта работа была написана в 2020 году. Называется «Солнечный день». Захотелось написать такой натюрморт, вроде как бы и абстрактный, и немножко яркий. Такие цвета взяла, и оранжевый, и красный, такого с фиолетовым немножко. Ознакомиться с творчеством рязанских художниц можно в камерном салоне на Старом Перекрестке.